не нужно зацикливаться на каком-то одном виде. Вот как бы все-таки вот каждое дерево, оно хорошо вот к своему месту оптимально. Ну, на самом деле, в других районах все-таки сажал, как бы это не я, а кто получал мои саженцы или семена, да. На самом деле, по всему городу уже так довольно равномерно. Думаю, что деревьев 200 растет, наверное, даже побольше.